Осторожно. Ты не ранен? Я так не думаю. А ты? Я в порядке. Давай, поднимайся, Ино. Здесь небезопасно. Пойдем. А что дальше? Ты увидишь. Ты увидишь. Има. Сюда. За мной. Ты невнимателен. Я просто хочу поднять трубку. Има, посмотри, ты что, не слышал меня? Ты должен слушать. Это тебе не какая-нибудь игра. Ты, то есть мы легко можем умереть здесь. Послушай. Послушай звуки машины. Послушай свое дыхание. Ты никогда не устаешь от этого. Устаю? Има, машина работает как часы. Одно неправильное движение, и развалишься на части. А разве не надо, Има? Разве ты этого хочешь? Пуф, и все? Има, ты идешь живым, а после пуф, все.
Ибо, закрой глаза. Зачем? Сейчас же. Хорошо. Прекрасно. Что ты видишь слева, Ива? Ну? Ничего, правда? Нет ничего вообще, правда? Ну а справа, что ты видишь справа себя, Има? Ну, то же самое. Абсолютно то же самое. Ничего. Здорово. Послушай, Брук, ты слышал это? Мы можем пойти туда. Туда? Да. Там небезопасно. Да, но, поверь мне, небезопасно. Но, может быть, я мог бы... Нет. Но, нет. Но, нет. Есть еще какие-то вопросы, Има? Нет. Има. Да? Има, почему? Има, почему? Почему ты не видишь красоту этого места, но то, как все работает, как все устроено, как это совершенно... Нет, Брук, я не вижу. Я не вижу, потому что там ничего нет. И почему я должен доверять свою жизнь чему-то, чего там нет? И вообще, что там? Има, ответь мне. Брук, ты больной человек. Има, не подходи ко мне. Има. Нет, Има, это ловушка. Ну да, ловушка. С левой стороны или с правой? Где Има? Это ловушка. Нет, Има. А справа что ты видишь? Знаешь что? Да ничего такого. Колосс Родовский, да. Нет. Колосс Родовский, он только ради тебя здесь, Брук. Это там. Я говорю тебе, Има. Это там. Это там.